Дина Воронина занимается самбо уже 13 лет. Несмотря на довольно хрупкую внешность, в копилке самбистки десятки наград. Спортсменка не считает, что боевые искусства только для мужчин. Я так не считаю полностью, потому что девушки намного лучше на самом деле справляются. Но это у нас в Анапе так. В данном возрасте это для меня уже все, это моя уже жизнь, и я уже не могу без этого. Спартакиада молодежи России проходила в Пензе. Вместе с Диной Ворониной честь Анапы отстаивали Мария Дорофеева и Дарья Типчук. Девушки прошли жесткий отбор на уровне края и Южного федерального округа. Дальше были усиленные тренировки и настрой только на победу. В итоге все три анапчанки взяли золото. В основном на технические приемы, очень важна еще физическая подготовка, функциональная подготовка. Это как бы над этим мы всегда работаем, чтобы они смогли дотерпеть до конца схватки и как бы выдержать темп, выдержать нагрузку и занять такие вот высокие места. Могу сказать, что этого результата могут похвастаться не только наши девчонки, но и есть хорошие ребята, которые также прославляют город-курорт Анапа, несут в себе вот этот здоровый образ жизни, привлекают детей все больше и больше этот вид спорта к нам в спортзал. В целом борьба и дзюдо, и самбо в городе Анапа, наверное, одна из ключевых видов спорта. И долгие годы этот вид спорта стоит в лидерах города Анапа. Сейчас анапские самбистки готовятся к следующему этапу соревнований. Они получили право защищать честь страны на первенстве мира, которое пройдет осенью в Тбилиси. Тренеры уверены, с таким высоким уровнем подготовки и поддержкой анапчан у спортсменок есть все шансы подняться на высшие ступени пьедестала. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.